亲爱的朋友们，2017感知中国俄罗斯行吉林文化周相约涅瓦河畔共吟文学经典中俄经典诗歌朗诵会就要结束了。我们希望通过中俄两国青年学生对经典诗歌的朗读和理解，实现真正意义上的语言文化互通，点亮中俄民心相通之路，搭建起中俄两国人民更多的友谊之桥。Итак, дорогие друзья, подходит к концу наш фестиваль исполнения русских и китайских стихов «Узнаем Китай. Путешествие по России 2017. Культурная неделя провинции Цзилин». Мы надеемся, что посредством чтения и постижения русских и китайских поэтических шедевров наши русские и китайские студенты по-настоящему поймут другую культуру и тем самым соединят русскую и китайскую культуры, освещая дорогу взаимопонимания народов, создавая все новые посты дружбы. 刚刚我们在叶赛宁充满激情的诗句中听到了一颗真诚的心，听到了伟大诗人对大自然的爱，他的诗歌早已被谱成优美的歌曲。下面就让我们来聆听一下来自波罗的海国立技术大学的同学们为大家带来的叶赛宁诗歌演唱串烧，大家欢迎。послушав стихи Есенина, мы поняли, что есенинская поэзия есть отражение его личной жизни. В его воодушевляющих стихах мы чувствуем честное сердце, чувствуем его любовь к природе. Многие его стихи стали песнями. Теперь попрошу вас послушать и насладиться песнями на стихи Сергея Есенина. Их исполняют студенты Балтийского государственного технического университета. Поприветствуем!